Так, это последствия шторма. Сейчас я покажу, что здесь. Вот. У нас такого даже было, ну, не то, что даже не могло быть. Мы даже предположить такого не могли, что такое может случиться. Да не слышно, но шумит. Местные новости, говорю. Да, народу ходит вокруг, смотрит, он такого никогда не видел. Вот как катаклизм на нас напал. У нас водохранилище за этой стенкой. Там оно переполнено. Вот пускай.